Нарушение в штрафной, пенальти. Региональный турнир по дворовому футболу юные спортсмены начали с активной борьбы. Сегодня здесь только самые быстрые и техничные команды. На всекрымский чемпионат они отобрались через муниципальный этап, победив почти 100 команд со всего Крыма. Главное отличие дворового футбола от классического в том, что игроки не занимаются в детских спортивных школах. Мы просто в различии даем возможность поиграть всем детям, которые находятся в далеких уголках, как говорится, нашей республики. Команда девочек «Тайфун» оказалась лучшей дворовой командой Крыма. Футболистки приехали из советского района, честно признались, на победу не рассчитывали. Но каждодневные тренировки дали результат. У нас тренировки в неделю по 3 раза сейчас, летом. И мы каждый раз готовимся, комбинации разные делаем. В напряженной борьбе за путевку во всероссийский финал юные футболистки оказались сильнее всех своих соперниц. Пока девочки празднуют чемпионство, мальчики ждут свой черед и усиленно готовятся. Команда из Первомайского района готовит комбинацию трехходовочка. Ею они хотят забить много голов на этом турнире. Всего в турнире принимают участие 12 команд мальчиков и 4 девочек. В Крыму такой турнир проводится впервые. Мы боремся за статус спортивной столицы Крыма. Нам очень приятно, конечно, сегодня, что город Евпатория выбран городом, где проводится и закончится региональный этап. Энтузиазм тренеров и спортсменов организаторы подкрепили ценными призами. Всем участникам досталась футбольная форма и мячи. Победители отправятся на финал всероссийского турнира по дворовому футболу в Санкт-Петербург. Руслан Минаев, Асан Зивадинов, телеканал «Миллер».